Всем доброго времени суток, с вами Елена, ну и сегодня у меня небольшие, совсем небольшие похвастушки. Вчера у нас был завоз орхидей, но я на него не попала, я работала. И думала, что я останусь без новинки. Но нет. Мне Юля с магазина написала, что есть орхидейка на мой вкус. Сбросила мне фотографию, попросила оставить. Вот такая. Такая красота. Она похожа на паприку, но это не паприка. Она темная. Камера высветляет. У нее очень такой насыщенный, прям темно-кирпичный, терракотовый какой-то цвет. Она потрясающая. Вот с такими лаковыми бутонами. Вот такой садовник. Вот. Ну, она была вот в этом горшке. Корни вот здесь водоросли, но корни проглядываются. И сейчас поверну. Ну и вот с этой стороны вот видны корни. Корни, плохих корней нет. Есть даже растущие, корней мало. Но они такие жирные. Но самая ее та красота не только в цветах. Цветы потрясающие. Посмотрите на ее шею, потому что у нее вот. У нее с одной стороны розетки. Листья вот с такой вариагатностью. Сейчас поверну, покажу, посмотрите. Вот. Вот они в полоску. Одна половина листа вот такая вот зеленая, темно-зеленая. А вторая половина листа в очень темная. Вот в такую вот темную и салатовую, совсем светлую полоску. Вот. И с этой стороны, вот тут вот по одному краю идет полоса на листьях. А то и с этой стороны вот. Вот у нее вот такие вот все листья. Ну, красота же, да? Такая орхидея. Сейчас покажу тыльную сторону. Вот. Вот такая она вся. Расписная. Вот такую. И шея у нее за счет вот этих листьев вот такая вот яркая. Вот такую удивительную красоту мне посчастливилось поиметь в коллекцию. Вот после сугорелексов я выкладывала, да, несколько дней назад видео. Но я думала, мне ничего не захочется. И тут вот такая вот удача. Я считаю это прям удачей. Посмотрите, какая потрясающая орхидея. Все-таки камера вообще не передает ее. Свет. У нее светится эта неоновая губа. Она похожа на на паприку, но это не паприка. Это точно, что это не паприка. Паприка. У меня есть совсем другая орхидея. Вот такая у меня чудесная появилась новинка. Разве можно было от нее отказаться? Но зато у меня в этот раз не три и не пять, а всего одна. Но зато вот такая. Всем большое спасибо. Если кто-то знает название, мальчики, девочки, буду очень благодарна за подсказку. Всем большое спасибо. До новых видео. Пока-пока.